В общем, пока он мне не может объяснить, что здесь происходит. Пока не может. Вот. А я всем желаю доброго здоровья. Я рад всех приветствовать на канале GameLair. Меня зовут Мистер Фриман 315. Мы продолжаем проходить мод Nightmare House для игры Half-Life 2, а конкретно для второго эпизода. Так, по-моему, мы сейчас упадем вниз. Надо что-то делать. Надо что-то делать, да. Ага, вот, опять лифт включился, слава богу. Слава богу, все хорошо. О, что-то он уже быстро включился. Так, ну, вовремя, да, вовремя. В принципе, чего я и ожидал, что лифт упадет. Все, хорошо. Итак, ну что, мы прошли пролог, мы прошли первую главу, где повстречали какого-то доктора, который сказал, что поможет нам отсюда выбраться и объяснит вообще, что за шняга здесь происходит. Ну, пока как бы у меня нет оснований ему не верить, потому что, ну, пока он мне помогает, потому что с его помощью я нашел и топор, я нашел и вот этот пистолет. Сейчас мы бродим по какой-то заброшенной психушке, вообще непонятно, что здесь происходит, и пытаемся, грубо говоря, найти отсюда выход. Так, как я уже сказал, это вторая глава, она называется Exposure, что в переводе с английского означает подвергание какому-либо воздействию. То есть, ну, грубо говоря, что-то нас ждет впереди. То есть, что-то мы испытаем на себе, какое-то воздействие. Может быть, на нас эта психушка произведет. Так, какой-то бешеный врач, или что, да, врач, это не смирительная рубашка, наверное. Так что это, скорее всего, бывший доктор, бывший сотрудник. Ну, как нам и объявили по тревоге. Сейчас персонал к вам подойдет. Ожидайте, вот опять. You can find vending machines and television sets in all waiting areas. Please enjoy them as you wait. Мы рады приветствовать вас в нашей больнице, которая носит название «Никогда не теряя надежду». Мы надеемся, что вам здесь понравится. Пожалуйста, воспользуйтесь нашими, грубо говоря, телевизорами и другими приборами для поддержания досуга. Приятного вам дня! Так, ребят, вы меня не будете трогать? Вот этот, видимо, будет. Ну, уже не будет. Так, а ты? Так, телек тут разбить нельзя, ну ладно. Так, что мы видим дальше? Hospital's announcer. Don't mind it. It's automatic and it got messed up a long time ago. I really hate that thing. It even wakes me up at night. Problem is that they're all automated and I can't figure out a way to shut the damn things down. Вот как раз, в принципе, он сказал то, что я ожидал услышать. Ты, говорит, не обращай внимания на всю вот эту хрень электрическую, которая там по громкоговорителю говорит. Вот. А эта вот система оповещения, она была давным-давно испорчена, ее нельзя, к сожалению, отключить. You are now entering the radiology department. All cell phones and electronic devices must be switched off in the designated areas to avoid interference with vital medical equipment. Thank you. Вот, а еще он пожаловался, что вот эта вот хрень, которая говорит женским голосом, то есть служба оповещения, она часто будет его по ночам, его это страшно раздражает. Вот. Сейчас она сказала, что все электрические приборы должны быть там выключены в целях безопасности. В общем, для чего непонятно. Ну ладно. В принципе, я с ним соглашусь, что на эту систему оповещения сильно заострять внимание не стоит.
потому что, в принципе, там общие фразы такие, которые никакой информативной функции в себе не несут. Так, я взял патрончики для пистолета, это хорошо. Так, итого у меня 18 и еще 15 в запасе патронов. Так, у меня фонарик почему-то перестал работать. Я вижу какие-то снимки, медицинские снимки этих самых, рентгеновские. Так, позвоночник, грудная клетка, рука, таз и еще одна рука. Кисть, да, кисть и рука. Так, не знаю, мне почему-то это ни о чем не говорит. Так, блин, фонарик имеет свойство ломаться. Ну ладно, пойдем дальше. Так, что у нас здесь? Так, меня шибануло, по-моему, током немножко. Так, здесь закрыто, да? Так, и что нам делать? Что же нам? Так, если честно, немножко не пойму. Голограммы мозга. Так, я подозреваю, что что-то надо сделать здесь. Потому что я вижу какой-то прибор, который включает, выключает, видимо, электричество. Я вижу... Ага, вот что я вижу. Так, и что? И куда это надо вставить? Сюда, может быть? Точно не сюда, да? Ладно, окей. Мониторы как какие-то, не знаю, картонные. Так, я так понимаю, нам надо сейчас вернуться и найти такую же, или батарею, или как, ну, в общем, какое-то зарядное устройство поискать, которое, наверное, надо заменить. Ага, вот здесь есть свет. Так, забрали, окей. Кто закрыл дверь? Зараза, блин. Че, он сам умер? Ну ладно. Вот, вот такие вот крики самые, блин, напряжные. Так, ну-ка отдайте мою батарею. Так, да будет свет, сказал электрик. Да, со светом поприятнее, конечно. Так, и что мы сделали? О, блин, о, блин. Подождите, а нас что, притягивают туда, что ли? Походу, да. Походу нас засосало, да? Практически засосало, ну, чуть не засосало. И, наверное, все-таки я подозреваю, нам нужно отсюда пролезть. Пробило, короче, стенку полностью, блин. Пробило полностью стенку, ну,
Не поворачивайся, не поворачивайся, не поворачивайся. Ай! Вот, блин, конечно, когда вот такие надписи идут, естественно, эта психология человека здесь срабатывает. Он по-любому повернется, чтобы посмотреть, что там. Да. Так, кто это побежал там? Так, где нам пройти? Здесь ничего. Так, отсюда мы пришли. Здесь тоже закрыто. Ага. Привет, друг! Ты кто? Да, врачам, конечно, досталось. Досталось капитально. Так, ну, периодически надо пробовать двери, потому что после вот этих вот сцен обычно двери открываются. Хоть какая-то одна, но должна открыться. Блин, ну что-то я немножко не могу понять. Может, сюда надо вернуться? Хотя не сюда, наверное, навряд ли. Тут все закрыто. Блин. Интересно. А куда идти? Так, а если мы... Да, действительно. Называется «Соберись, соберись, соберись, соберись». Так, каталка, каталка, давай, ага. Так, скелетик лежит. Понятно, понятно. Так, и куда это мы вылезли? А мы здесь, по-моему, были. Maybe I wasn't clear enough when I said that you and I were alone here. What I really should have said was that you and I are the only ones left. Everything here went to hell and people turned into these things. My word of advice to you is to keep an eye out and a gun close. I'm unlocking the main doors. Keep moving. В общем, говорит, что я, конечно, неправильно выразился, что сказал, что мы здесь одни. Ну да, просто он имел в виду, что мы одни из выживших. Так что, говорит, держи пушку наготове и смотри в оба. Открывай тебе главную дверь и удачи. А вот уже и ребята. Блин, я из-за него два патрона впустую потратил. Падай, падай, ты убит, падай. Падай, дружок. Ты посмотри, не хочет падать. Что, не знаешь правила игры? Убить, значит, падай. Так, я думаю, он мне вот эту, да, дверь открыл, как он сказал. Главные двери открыты. Нет, закрыто. А смысл тогда мне было лезть в эту трубу, если я вылез опять в эту комнату и вышел в эту... в этот коридор. Так, а если сюда? А, ну вот. Здесь дверь открыта. Хорошо. Так, и что это? Ну, кстати, вот, вот такая же сцена была и в игре Fear 2005 года. Тоже идешь, а дверь отдаляется. Так, и что это? И кто это?